Тудук сейчас является одним из самых востребованных и самых красивых духовых инструментов по всему миру. Много можно говорить, много. Ну, не совсем уж секрет, да, по идее запланировано, но я сейчас не на 100% уверен насчет своего армянского скилла, да, и сейчас, ну, пока думаю, завтра, если буду уверен на 100%, то я постараюсь удивить всех, да. Ну, до концерта, конечно, я прослушивал разные композиции армянские, народные. Думал сыграть, может, какую-то народную композицию на добре просто. И буквально за несколько часов до концерта я услышал эту песню. И она так полюбилась мне, что я решил за несколько часов по-быстрому подучить текст и постараться ее представить в таком виде, в каком она должна была представиться.